Друзья, всем привет! Сейчас начинаю готовить уже обед. У нас уже сегодня суббота и сколько? Ой, где мне часы-то? Здесь все часы заняты. На таймеру все часы установлены. Пол первого дня. И хочу сделать курицу. Я вам сейчас покажу, какая она красивая. Уже вся обсыпанная приправами, вся такая натертая, растертая. Тима пришел, привет! Ну и, короче, нужно разогреть духовку на 30 минут. Я сейчас покажу, какая у меня духовка интересная, такая как кастрюля. Ну, сами все увидите. Готовится в ней очень хорошо курица, быстро, намного быстрее, чем в духовке. Получается больше зажариться даже, чем в духовке. В общем, суть в том, что я поставила ее на стол. Такая, ну, сейчас увидите, какая у меня духовка. И 30 минут ее нужно было разогреть. 30 минут прошло. Я поднесла курицу, чтобы туда ее поставить. Да, я поставила таймер, ну, вернее, поставила термометр на 350 градусов по Фаренгейту, как это нужно было поставить, а в розетку я не включила. Представьте, я рассердилась на саму себя. Так что снова жду 30 минут, ну а пока хочу показать вам, какая красивая получилась курица, уже обсыпанная приправами. Ну, думаю, что красивая получится, когда и пожарится тоже. Вот такая красивая курица получилась, вся обсыпанная приправами, перец, там соль, паприка, розмарин, в общем, и вот эта самая, скажем так, духовка-кастрюля Oster от фирмы Oster, которую вот я поставила на 350 градусов, но я не включила в розетку. Так что жду снова 30 минут. Кстати, девчата, кто живет в Америке, если у вас есть возможность в Walmart продается такая кастрюля, ее купить, окно снимаю, и плохо видно, затемненное получается, то не пожалеете, она стоит $50, не пожалеете, купите. В ней можно и кексы печь, и картошку. Я, кстати, картошку хочу там тоже сейчас запечь. Вот такая глубокая кастрюля, готовится очень быстро. Так что посмотрим, что у меня получится. Вот, посмотрите, какая она очень глубокая, очень вместительная. Туда вошла целая курица и 5 еще картофелин. И сейчас я буду запекать. Пока печется моя курочка, я уже напекла творожных кексиков. Сахарной пудрой я их обсыпать не буду. Они и так достаточно сладкие. И ничего больше на них делать не буду. Так что, так как они есть в бумажных формочках, так они мы будем брать и кушать. Я, кстати, одну уже попробовала. Обалденно вкусные, очень вкусные. Картошка у меня уже спеклась. Так, голубь, не вздумай, горячая. Сейчас я буду делать из нее лодочки, а курица, посмотрите, какая получается красивая. Тима сидит, что-то смотрит и кушает. И голубь ему составляет компанию. Пытается навести свои порядки. Да? Тима, что ты смотришь? Или ты играешь? Ты играешь? Ну все, ужин или обед, или не знаю, как правильно сказать, готов. Не, наверное, все-таки ужин, потому что уже все пообедали. Сделала вот такую картошку лодочками. Рецепт, ребятушки, девчаточки, не спрашивайте. Есть в интернете, найдите, наберите сами картошка лодочки. Вот такая получилась зажаристая, красивая курочка. Ну и кексы творожные, я вам уже их показывала. Приятного нам аппетита. Потом, когда будем разрезать, я вам покажу, какая получилась курица. Но выглядит прекрасно. Ну, давай посмотрим, что у меня сегодня получилось. Режется легко. Мягко. Тима. А то под нож попадешь. Тима, ножик осторожно. Ножик острый. Ну-ка, покажи внутри, как она получилась. Вся спеклась. Вся пропеклась. Вкусно. Тима сказал, Тима вкусно, даже курицу. Еще не попробовал. Ну, сейчас будем пробовать. Только что мы приехали с торгового центра Смола. И знаете что, Эвелина? Расскажи мое горе. Мама телефон забыла. Где? Дома. Дома, а то подумать, что в магазине. Представьте, забыла телефон дома и ничего заснять не могла. Поэтому засниму то, что мы сейчас купили, покажу вам и поделюсь. В основном все Евелине, потому что она
Ой, выросла доча моя, да? Угу. И пришлось ей много-много чего. Ну, как много, так. По мелочам, в общем. Всего понемножку взяли ей. Сейчас покажем вам. Взяли ей вот такие футболки, потому что она из своих уже повырастала. У них там была распродажа. Магазин называется Old Navy. И была распродажа. Одна футболка $5. Вот такая ананасиком футболка была. Там то, что вы видите, сверху попадает вещи в камеру. Это я постирала, не успела еще убрать. Вилена, убери эту с ананасиками футболку. Под ней лежит другая футболка. Ой. Вот такая... Ну, доча. Sorry. Вот такая розовая. Солнышко, пальма и песок. No. Вилене понравилась она. Это волны. А, волны. Волны. Так, вот такую мы взяли полосатенькую. Понравилась мне вот с такой завязочкой. Для под джинсы, скажем так. Тоже на нее очень хорошо. Так, Вилена, убирай эту. Это мы взяли в Маршалс магазин. Вот такую, как бы, розовенькую футболочку. Или даже не знаю, какой цвет. На камере она смотрится розовая, но на самом деле она как бы как морковная, яркая, что ли. И сзади вот с такой полоской, видите, красивая. Так, Вилена, убирай ее. И такую черную мы взяли ей кофточку. Это на платье одевать. Если, например, как сарафанчик такой, платье, тоже красиво. Не видно на камере, что вот тут, ну, узоры такие есть. В общем, это одевать на платье, чтобы, например, не было холодно, с коротким рукавом. Такие сандалии тоже ей очень понравились. Ну, это как дома носить. В лагерь она скоро поедет. Туда возьмет с собой их. Тоже с магазина Marshalls. Ну, и это с магазина Claire's. Себе я взяла такие маски. Я как бы не особый любитель масок, но это такой магазин, где берешь три вещи, а три вещи дают тебе бесплатно. Поэтому почему бы нет? Эвелина у нас любит ободки. Взяли ей такие под всякую одежду, чтобы подходили ей. Они ей очень удобны. Уже проверенные ободки, что они хорошо держатся на голове. Я себе взяла вот такую заколку. Я обычно одеваю такие заколки после того, как помою голову. И мы взяли вот такие цепочки. Они две одинаковые, идут на одной картонке. Скоро приедет моя племянница с детьми. У нее есть девочка, по-моему, на год или на два младше Эвелины. Получается, как бы, моей племяннице дочка. И вот одну цепочку Эвелине, одну цепочку ей. Как бы на память о нас. И еще сейчас покажу, что мы взяли Тимми. Ну, а Тимми взяли, конечно же, Лего. Сейчас он уже начал собирать, сконструировать что-то. Он без этого жить не может. Это его хобби. Вот Тимми уже сделал из нового Лего новые фигурки. Вот то, что нарисовано на коробке, то он уже и сделал. Домик... А что это красное? Такая собака, что ли? Тима, а что это? Вот это что? Динозавр. А, динозаврик. Паровозик вот такой. Положи сюда, я покажу. Паровозик и... Чибо. Да, короче, как пианино. Электрическое пианино. Молодец, Тима, красиво. Я думаю, что моим зрителям это понравится. Знаю, что меня смотрят любители масок, поэтому показываю для них. Вот такие маски были в этой коробочке. Здесь 5 масок. Они произведены в Великобритании. Для нормальной, сухой и комбинированной кожи. Для жирной кожи есть, для сухой кожи. В общем, разные. Вот это на основе... Я здесь читала, сейчас я вам скажу. Ой, ребятки. Только же читала. А, здесь, на этой стороне я читала. Mud Mask. Где у нас вот это? Mud Mask. Это Мертвого моря. Минералы Мертвого моря и лавандовое масло. Теперь Blemish Clay. Вот эта маска. Это на основе алоэ вера и Witch Hazel. Я не знаю, как перевести Witch Hazel. Это такое, как очищать кожу, в общем, жидкость такая. Peel-off mask. Вот эти все peel-off. И одна из них passion. Вот это passion на основе, сейчас я вам скажу,
гранаты и passion flower. Это passion цветка. Не знаю, как по-русски этот цветок. Ищите сами, что это такое. Так, огуречная маска. Это вот эта peel-off маска. На основе огурца и вечерней розы. Сауна маска. Это вот эта красная маска. Она сделана на основе жасмина и грейпфрута. Так что будем пробовать. Одну из них, может быть, я сегодня попробую. Может, вам покажу, если будет настроение. Решила я все-таки навести красоту и показать ее вам. Как красоту. Просто элементарный уход после того, как я приняла душ. Конечно же, лицо я проскрабировала, потому что там написано, что лицо должно быть максимально чистое и очищенное. Я использовала вот такой скраб от компании Мила Лука. Очень хорошо очищает кожу. Очень хорошо прямо оно убирает все ненужное с лица. И, кстати, если вы заметили, то у Эвелины лицо стало намного чище. Она тоже пользуется этим скрабом. Это и для прыщей, вот этих угрей подросткового возраста тоже очень хорошо подходит. И это заметила не только я, что у нее лицо стало чище. Это уже многие замечают и говорят, чем ты пользуешься. Я пользуюсь вот таким скрабом. И Эвелина тоже пользуется таким скрабом. Очень хорошо помогает. Если регулярно, кстати, она пользуется. Только она немножечко забудет, и сразу у нее начинается высыпание новое. И вот такое мыло для лица, тоже Афиня, линия Афиня от компании Мила Лука. Значит, проскрабировала этим, помыла этим. И сейчас я решила нанести маску. Вот такую огуречную. Попробую, что у меня из этого получится. Не буду показывать, как я буду наносить. Не люблю этого. Как нанесу, я потом вам покажу. Мне просто самой даже очень интересно, как я буду выглядеть. Не знаю, увидите вы или нет. Вот такая там зеленая жидкость, похожая на гель. И сейчас я буду наносить. И нужно держать на коже до полного высыхания. Там написано, чтобы прям совсем она полностью высохла, иначе она работать не будет. Запах приятный, но совсем не огуречный и не, по-моему, здесь жасмин еще. Лайм, жасмин и огурец. Ну, ни одним из этих, скажем, средств оно не пахнет. Ни жасмином, ни лаймом, ни огурцом. Ну, посмотрим, что получится. Кстати, это для того, чтобы убрать грязь и очистить все поры. Попробуем. Ну что, маску я нанесла, у меня даже еще немножечко осталось. Думаю, я и на себя-то много намазала. Думаю, на Велину бы еще тоже хватило. Но она уже легла спать, а остаток я выбросила. Там немножко совсем осталось. Что я могу сказать? Первое, что я почувствовала, мне сразу же начало щипать глаза. И запах такой, как стойкий запах одеколона. Так что, не знаю, посмотрим. Пусть высыхает пока. Кстати, посмотрите, мои глаза даже немножко покраснели. Возможно, у меня на эту маску аллергия. Не знаю, посмотрим. Когда сниму, передам свои ощущения. Как чувствуется лицо. Заметила ли я какую-то разницу. Так, я уже буду снимать, потому что я уже чувствую, она уже здесь стала вот отставать. Видите, написано, что сниматься должна очень легко. Я почему говорю так тихо? Может, не тихо, у меня уши закрыты еще полотенцем. Уже дети спят. Дима еще не спит, ждет меня, когда я тут, говорит, как забальзамированная ходишь. Так что я сейчас буду снимать. Написано, что сниматься должна очень легко. Мне не видно, я смотрю в камеру. Я буду смотреть в зеркало. Надеюсь, что она уже высохла. Я уже минут 20 в ней, наверное, хожу. Ну да, неплохо снимается, хорошо. Так что, я думаю, вам процесс снимания не интересен. Вы все это видели не один раз и испытывали на себе. Так что я сейчас сниму и потом скажу, как я себя чувствую. Так, ну что я скажу. Маска снялась очень хорошо. Очень хорошо снялась маска. Такая вся тоненькая, не знаю, очистила она мое лицо или не очистила. Она должна была очистить поры. Наивно на это надеюсь. Теперь, что касается лица. Лицо не чувствуется, что оно высушенное. Оно какое-то мягкое такое. Кожа очень мягкая. Обычно после душа, после применения вот всех вот этих средств, что я вам показывала, у меня кожа такая суховатая. Я крем никакой не наносила. Я просто нанесла вот эту маску и все.
И сейчас она прям чувствуется, что она такая мягкая, как будто бы как снято с нее что-то такое лишнее. Знаете, мне понравилась маска. Не знаю, если буду еще в этом магазине, буду брать ее снова. И сейчас я хочу показать, что я буду наносить после этой маски. Я отключилась, потому что я забыла приготовить. Теперь я буду наносить вот такое молочко, тоже от компании Милолука. Оно смягчает кожу, впитывается очень хорошо. И затем буду наносить тоже от компании Милолука вот такой ночной крем. Да, я пользуюсь только Милолукой, потому что я доверяю ей. В ней нет никаких вредных химикатов, которые бы вредили моей коже и коже других, кто пользуется вот этими средствами. Что я хочу сказать еще? Не забудьте, что в моем предыдущем видео я объявила конкурс. Я сейчас проверила, у меня 71 просмотр. Ребятки, если вы хотите, чтобы этот конкурс был как можно скорее, значит, давайте просматривайте мое предыдущее видео, чтобы было 250 просмотров, потому что я подарочки уже начала закупать. Я не скажу, что я начала закупать, я буду смотреть по тому, кто будет выигрывать. Если будет женщина, значит, будет что-то свое. Если мужчина, значит, для него что-то будет свое особое. Если я буду знать, что в этой семье есть ребенок или дети, значит, я положу выигрыш что-то, ну, для ваших детей. Поэтому давайте, помогайте себе и мне как можно скорее приблизить этот конкурс. Мне самой очень интересно, кто выиграет и кто что получит. Так что давайте, торопитесь. Ссылочку, возможно, я ставлю вот здесь наверху ссылку на это видео, где вы можете посмотреть правила участия в этом конкурсе. Если еще что-то будет интересно, значит, я запишу, а пока я с вами прощаюсь. У нас уже глубокая ночь, почти 12 ночи. Всем спокойной ночи, до новых встреч и всего вам доброго. Все, пока-пока. Что бы мы без него делали? Что, Тима, тяжело косить траву? Ну-ка, давай, повыше ее подними. Давай. Вот такая у нас есть косилка. Она была спрятана под домом. И Тима решил помочь папе покосить траву. Она тяжело идет, но Тима готов накачать мускулы. Давай, старайся. А, нет! Во, давай, молодец! О, пошло дело, молодец! Ай! Идите там. Тима, ты сейчас мне ноги порежешь, осторожно! Я тебя вижу. Опять застрял. Смотрите, какой у меня щавин. Я его в прошлом, нет, позапрошлом, по-моему, году. Тима, подожди, осторожно. Я его в прошлом или позапрошлом году выбросила вот такие палки сюда, на середину. Под конец огорода, скажем так. Он возьми, да и... Опа, нашел. Он возьми, да и прижился. И вот я теперь его огородила колесом и растет. Видите, какие палки огроменные. Я еще пока слабо понимаю, что он собирается делать. Ну да, поживем, увидим. Разрезает хот-дог на полоски, но не дорезает. Интересненько. Переворачивает. И что-то опять собирается делать. Ну, волшебник. И только посмотрите на эту красоту. Чем-то посыпал еще или нет? Нет, я только разрезал как вот в стиле гриля, ага. Клеточками такими. Красиво. И все. Я думаю, специфичный будет. А вот и результат. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. А это цветочки с моего огорода.